Прям вопрос такие, конечно, так. Я знаю, чему число пи равно. Это вообще жесткая какая-то. Я учусь в Москве, в школе 1287. Заканчиваю школу в 2025 году. Учусь в городе Москва, школа 1287, заканчиваю в 2025 году. Учусь я в 460-й школе, город Москва, и буду заканчивать школу в этом году. Я учился в школе номер 12 города Соликамска, закончил ее в 2011 году. Я учился в школе Hamilton Heights, штат Теннесси, Чаттануга, город. Закончил в 2020 году. 1 по 10 класс я учился в общеобразовательной школе номер 5 города Нижневартовска. Ее я не закончил, так как переехал в Москву и уже здесь заканчивал школу, номер не помню. Она находилась недалеко от УСК ЦСКА, школа-экстернат, и там учились все ребята: Леха Швед, Семен Шашков, Максим Захаров. То есть мы пересекались там в коридорах. Год 2006, наверное. Я учусь на оценке 4-5. Любимый предмет – физра. Ну, скорее всего, это математика. На 4 учусь стабильно. Мой любимый предмет – это обществознание. Вот. И, ну, учусь как бы 4-5, как бы, хорошист. Ну, конечно, мой любимый предмет был физкультура, но также нравилась математика очень. Учился на 3-4-5. Без двоек. Как, я думаю, у всех нормальных мальчиков. ОБЖ и физкультура. Конечно, но эти два предмета были на пятерку. Любимый предмет, наверное, математика, просто потому что давалось легко. В принципе, хорошо учился, четверки, пятерки, там, если на нашу переводить. 7 континентов? 8? 6. Даже нет никаких догадок. Не могу сообразить. Вообще прям в ступоре. Ну, атлас какой-нибудь, глобус, карты. Растения, цветы, да, всякие, правильно? Сверху, который находится, числитель. Числитель. Это, наверное, числитель. Думаю, что это числитель. Делится на знаменатель, да. А знаменатель, наверное, нет? Числитель. Видишь, я жгу ОБЖ и физкультура. В литературе вообще ноль. Не знаю ничего. А, Тургенев. Не знаю. Это Тютчев? Нет. Тургенев. Это был нигилист, там, который жил у них. Тургенев. Двенадцать. Один. Февраль. Это вопрос из этого, из викторины «Самый тупой». Наверное, один надо было сказать. Каждый. Все. Ну, этот вопрос я знаю такой. Я знаю, что с подвохом. 12. А знаешь почему? Ответьте, ответь, потому что 28 в каждом месяце. Правильно. Думал, я скажу февраль. Ага.